Всем привет! Барьер. Так, всем привет. Всем доброго здравия. Сегодня, как мы и обещали, мы сравним две замечательные вещи. Ну, в процессе сравнения поймем, насколько они замечательные. Нас упрекали, что мы современное ничего не освещаем. Вот, пожалуйста, современное. В магазине запросто приходи, покупай. Две переломки, одинаковая цена. Ну, 53-й не нуждается в представлении. Байкал, его уже все знают. Все его обхаяли. Особенно из-за пластиковой муфты. Вот, посмотрим теперь на... Большая дырка. Большая дырка. И посмотрим на шедевр итальянской... Испанской. Да, испанской, прошу прощения, испанской, как бы, оружейной... Мысли. Мысли, да. Достоинством скажу, фибронить. Только вопрос, объясните мне, на кой хрен она здесь нужна, если на нее все равно не попадает солнечный свет? Она закрыта. Ну, Испания страна теплая, солнечная, там солнца достаточно, видимо, попадает. Тогда нахрена она там вообще? Если фибронить должна помогать прицеливаться в темное время суток, причем здесь фибронить никакой нет. Но надо отдать должное, что, по крайней мере, здесь хотя бы регулируется, а здесь регулируется только в одной плоскости, и то по горизонтали, по вертикали, вот что хочешь с ним, то и делай. Ну, ладно, это лирика. Слово тебе. Кстати, хочется отметить, если здесь нету синеньких вставочек, то значит данное изделие стоит с обычной пружиной. Как только здесь идут синенькие вставочки, значит здесь стоит газовая пружина. На кое она лет там нужна, но об этом уже поговорим с экспертом. Да. Значит, запросы были на обзор, причем называлась именно эта модель. Ну, и это и логично. Как уже коллега сказал, это изделие одной целовой категории, одного принципа действия, то есть это пружинные пистолеты, пружинно-поршневые. И, в общем-то, они относятся, наверное, даже к одному классу. Развлекательный, ну, вот это даже по внешнему виду понятно, что это исключительно развлекательное изделие, а это... Такой с каким-то легким налетом спортивности. Да. Потому что здесь нормальный цельник регулируемый в двух плоскостях. Здесь длинный ствол. И здесь все металлическое. Значит, ну, давайте исходить из того, что это изделия схожие. То есть, как я уже сказал, по конструкции и по цене. То есть, вот это вот в магазинах сейчас свободно продается. Имеется в наличии и стоит... От 6 там, до 7 тысяч в среднем от жадности продавца и от того, когда он был завезен и какой курс доллара на сегодняшний день. Значит, сия поделие называется гамма P900, что написано вот здесь. Значит, является эволюционным развитием модели P800, которая конструктивно ничем не отличается, немножко имеет другой внешний вид. Ну и, как опять же коллега уже сказал, имеет вариант с газовой пружиной. Там оно как-то называется, какие-то там буковки добавляются. Г там, Н, по-моему. Но не суть. Что же сие такое? Значит, как один известный человек на Ганзе сказал, это мечта Ижмеля. Да, а сейчас я вам расскажу почему. Потому что данное изделие, не поверите, имеет пластмассовый цилиндр, пластмассовый поршень и из железного здесь только вот ствол. Вот он. Вот такой вот малюсенький, вот такой вот тонюсенький. И нарезы в нем в духе Кроссмана 1077.
То есть их здесь очень много, не знаю, 12 или 14 их тут штук, и они меленькие и неглубокие. Причем латунный ствол. Хрена, стальной. Они двух модификаций. Кстати, да, здесь бывают латунные стволы, здесь бывают стальные стволы. Значит, ствол имеет длину 140 мм, значит, здесь 215 мм, то есть это первое отличие. Значит, диаметр поршня 25, абсолютно, копейка в копейку. Ход поршня 35, здесь 40. То есть изделия настолько близкие со своим потребительским... Ну, вот у меня записано, что у него вес 0,55 килограмм. Похоже на то. Да, то есть вот... Во. Нас в магазине обвесили 615 грамм. Значит, здесь на один вид железный больше закручен. Ну, этот мы знаем, сколько он весит, но давайте на всякий случай. Весит он обычно ровно килограмм. Значит, что-то тут, наверное, заряжен. Или, а, здесь же пружина стоит другая. Все. Здесь стоит пружина от ИЖ-40. Значит, дальше. Возникает закономерный вопрос. А как вся эта штука работает, если она вся из пластмассы? Значит, и после под видео будет обязательно ссылочка. Мы вставим. У меня есть хорошие фотографии. Значит, внизу поршня есть штампованная металлическая железка зубчатая. Она заделана в пластмассу, чтобы шептало, все-таки могло бы зацепиться. Чтобы не оторвало сразу. Да. Значит, паспортные характеристики всего чудного девайса говорят, что у него начальная скорость пули 105 метров в секунду. Ну, как обычно, не написано, какой пулей. Значит, ну, это мы проверим. Это мы на живых людях сегодня поставим эксперимент. Не, на живых давай не будем. Ну, это же фигуральное выражение. Ну, наши же подписчики могут понять по-разному. Ну, стебаться хватит. То есть, давайте теперь вот поговорим предметно. То есть, имеет ли вот это изделие право на жизнь? Про это мы сегодня много говорить не будем. Есть подробнейший обзор. Я думаю, кто заинтересуется, тот его посмотрит. Это эволюция отечественных пистолетов. ИЖ-40. Да, начиная с ИЖ-40. И в нашем плейлисте вы можете найти и посмотреть. Поэтому я долго говорить не буду. Я больше буду говорить сегодня вот про это. Ну, несмотря на то, что как бы я вот обругал его, да, прямо вот сходу, а вещь-то имеет право на жизнь. Почему? Как вот уже мы вам показали наглядно, он легкий. Он эргономичный, несмотря вот на все вот это. Кстати, рукоятка маленькая, что намекает на то, что это вещь для прививания любви к оружию детям. Она легкая, она легко взводится. Она достаточно маломощная для того, чтобы можно было стрелять. Ну, да, она где-то в районе... 3 джоулей примерно так и выдает. То есть полуграммовые пули у него скорость, ну, мы сейчас покажем, она будет где-то около 100 метров в секунду. То есть это как раз примерно по 3 джоуля. То есть целевая ниша вот этой штуки – это начальное обучение стрельбе и развлекательная стрельба. И в этом смысле, наверное, он даже лучше, чем вот этот. Как бы смешно это ни звучало, потому что это, как ни крути, оружие. То есть у него характеристики достаточно приличные, у него энергия больше 3,5 джоулей, что намекает нам на то, что пользоваться им можно только в специально отведенных местах. Данный предмет не требует таких условий. Значит, дальше что? Несмотря на то, что он весь пластмассовый, он достаточно долговечен. Как это ни смешно, если не ставить сюда мегапружин, он проживет довольно долго и не один сезон, уверяю вас. То есть, опыт по этим вещам есть, их в народе достаточно много, и некоторые их даже любят. Именно вот за то, что он легкий, компактный и достаточно надежный. Значит, ломаться тут, по сути дела, нечему. Значит, про прицел мы уже говорили, что он условно регулируемый в одном направлении. Значит, ну, этого достаточно. Значит, как стреляет этот пистолет, как выглядит, так и стреляет. То есть, в банку из него попасть можно. По бумажной мишени можно пробовать стрелять, но результат будет так сам себе. Поскольку, как я уже говорил, это фактически укороченная пружинно-поршневая винтовка, то характеристика выстрела у него такая же. Но из-за того, что он весь пластмассовый, в том числе и поршень, то есть, масса подвижных частей здесь незначительная, его не колбасит так, как даже вот этот. То есть, он достаточно комфортен в стрельбе. Но по нынешним временам 6 тысяч... Ну, наверное, за такое поделие многовато. Значит, когда курс был другой, и стоил он, в общем-то, вполне вменяемых денег, это даже была, наверное, вполне рациональная покупка. Именно для тех целей, о которых я уже говорил.
Значит, как какой-то спорт, как какое-то что-то. Но как обычно это происходит? Купив вот такое поделие, постреляв, если вы понимаете, что интерес есть, или у ребенка интерес есть, и вас начинает ограничивать прибор, тогда вы идете и покупаете следующий. Причем не вайрал, там какой-нибудь не штырь там, или что-нибудь, а вот такое вот, которое на ступеньку там повыше. И если вот это начинает вас ограничивать, вот тогда вы уже думаете там, о 657-м, о 46-м компрессионном и о других вещах, которые как бы вот уже помогут вам раскрыть потенциал как спортсмена-стрелка. Значит, удел вот этой игрушки – игрушка. То есть, начальное обучение, развлекательная стрельба, не напряженная на природе. И, возможно, даже это очень неплохая вещь для таких целей. Вот, собственно, все, что я хотел об этом сказать. Значит, картинки будут, весь он разбирается просто, состоит из деталей мало, ломаться тут, по сути дела, нечему. Вот, вот такая довольно практичная штука. С не ахти какими параметрами, ну, то есть, сколько стоит, так и стреляет. Это я про иностранного производства поделия. То есть, оно стоит дорого только потому, что вот здесь вот написано, что зроблено это в Испании. Вот, а так... Говорить-то, собственно говоря, больше нечего. Значит, единственное, что могу добавить, что эта штука, если рассматривать вот так вот отдельно, в отрыве от всей предыстории, ну, она немножко убогая, да? Значит, эта штука имеет предков. И даже, как сказать, определенный ряд. Значит, был такой очень интересный пистолет, который назывался «Гамма-центр». Значит, очень интересное изделие. Оно похоже вот на это. Значит, оно металлическое, и оно взводится под ствольным рычагом. Ох, ах. Да. Значит, сейчас это уже раритет, найти его довольно тяжело. И у него клип однозарядный, который стоит вот так, у него рычажок, ты его нажимаешь, он открывается, вкладываешь пулю, закрываешь. Очень похоже на Gamma CFX. И вещь исключительно интересная, исключительно точная, но уже раритетная. Поэтому, если кому-то вот достанется, фотографии будут, мы приложим. Посмотрите там по ходу, так сказать, ролика. Рекомендую. Значит, следующий пистолет, который, то есть, это самый низ, тот вот средний. И, значит, сейчас в продаже найти можно. Значит, есть пистолет, который называется Gamma Compact. Значит, у него есть свои любители и не без оснований. Это компрессионный пистолет. То есть, он взводится вот так вот, открывается. Да, сапуля закрывается. Вот. Но цена. Да. Это, конечно, самый дешевый, поэтому он вот такой. Это я к тому, что вы не думаете, что только вот такое убожество производит Гамма. Гамма производит достаточно много неплохих вещей, интересных, производила в основном. Производила, потому что вот это вот, оно не у нас началось, оно началось как раз вот там, вот в цивилизованном мире, где начали там переходить к одноразовому миру. Там впервые появились вот эти пластиковые муфты, там пластиковые спусковые механизмы и все прочее, все прочее, все прочее. Вот. Ну, на этом рассказывать тут больше не о чем. Сейчас мы по сложившейся традиции стрельнем в прибор и покажем вам потенциал изделий с одинаковой ценой. Но сравнение не совсем корректное, потому что над этим пистолетом уже работали. Кто смотрел наши ролики, знает, что у него характеристики повыше даже у стокового 53М. Вот. Но тем не менее. Что можно получить за одинаковые деньги, мы, наверное, вам сейчас покажем. Да? Да. В защиту этого пистолета хочу сказать одно. Да, действительно, он довольно-таки удобный. Он прикладистый. Имеет предохранитель, что немаловажно. Ну да, это я не сказал. Для обучения первоначальных навыков владения оружием, я думаю, что это как раз очень хороший навык будет. Ставить на безопасного обращения. Да, безопасного обращения. По поводу, опять же, менталитета обучать детей. Я специально перед этим роликом посмотрел видеообзоры, как дети используют вот этот гамма. Понимаешь, ну, я не знаю, это надо опять же с родителями разговаривать, обучать ребенка чему-то. Пистолет говно, он банку не пробивает, он бутылку не бьет, он не бьет рельсу вдоль, не поперек, ванну не пробивает. С водой чугунной. Да, пистолет говно, все, не берите это говно. Ребята, он создан для того, чтобы поражать картонные мишени на расстоянии 10 метров. И с этой задачей, уверяю, он справляется на ура. Более того, он может даже пульку запулить на 40 метров.
Я с него стрелял на 40 метров. Да нет, я же говорю, вот. Свои есть... назначения первоначального обучения выполняет на все 200%, вопросов нет. Минус, он же плюс. Его не надо тюнинговать. Не надо. Его невозможно тюнинговать, да? Нет, развалится. Один раз можно. Один раз можно. Вот. По поводу спускового крючка. Обратите внимание, как он сделал. Он сделан одновременно и под правшу, и под левшу. То есть, вот, палец. Весь пистолет так сделан. Да. Палец ложится, что так, что так. Довольно-таки удобно. Ну, а сейчас к барьеру. Испытывать будем люмен 0,45. Так, ну давай, я тогда подержу прибор. Наряжаем. Наряжаем. Заводится очень легко, очень комфортно. Пульку уложили. Все. Пять люди с лишними руками, да. Ну, 77. Какой у него? Учитывая, что у него звук. Учитывая, что у него пружина, и она уже немножечко подсела. А также то, что длина ствола у него все 14 сантиметров, 140 миллиметров, 78. Ну, нормальная скорость как раз для обучения, самое то. Стрелять по листочку бумажки идеально. Ну, около 80 у него средняя скорость получается. Комфортно держать в руках. Он легкий, стрелять легко. И легко взводится. И что? Да. Самое главное, что он легко взводится. То есть это не идеальный детский пистолет. Берем 53-й, слегка заработанный. Ага. Слегка. Представляю, как ребенок это делает. Сколько? 159. А, ну готов. Ну это пуля легкая. 0,45. Так написано на банке. А надо взвешивать. 157. Разница? Ну, давайте литика подположим. И получается скорость в два раза. В два раза, да. Получается. То есть это уже... 160. Бутылки будет бить. Рельс вдоль тоже, поперек тоже. Ну, а дальше решать вам. То есть цена изделия одинакова. Значит, если вы берете себе, взрослый человек, там ответственное отношение, то, конечно, я бы взял такую. Если вам надо возить его там в машине, чтобы там или в кармане, там, или носить, или обучать детей, то, наверное, лучше тот. Ну, а так, каждый решает для себя сам. Извиняюсь, холодно, поэтому сопли текут. Вот. Наверное, мы скоро завяжемся со съемками на открытом воздухе. Но обещали, мы выполнили. Значит, небольшое объявление, точнее большое глобальное объявление. Уважаемые наши подписчики, а также гости нашего канала. Дело в том, что сейчас происходит в мире и что будет происходить с Ютубом, мы не знаем. Но прогнозы как бы не очень оптимистичные. Поэтому мы сделали клон нашего канала на Дзене. Чтобы не потерять нас из виду, подписывайтесь, переходите на Дзен, также вводите первый калибр, на Дзене мы есть. Ссылочка будет у нас в описании, или там. В общем, ссылка будет в описании. Чтобы мы не потерялись, косни с чего, потому что мы живем сейчас в такое историческое время, что иной раз волосы шевелятся везде, что происходит. Поэтому мы не знаем, что будет с Ютубом. Поэтому мы перестраховались и перешли на другую, более стабильную платформу. Вот. Ну и в завершение. Дядя Жора, большой-большой тебе привет. Супруги, привет. Дядя Толя, тебе большой привет. Я хочу поблагодарить всех тех, кто нам помогает снимать эти ролики. Предоставляет образцы оружия, ну и помогает всячески по-другому, запчастями, значит, и
Спасибо вам за то, что вы нас смотрите, за то, что вы подписываете, за то, что оставляете комментарии. Значит, честно говоря, мы никогда не думали, что эта тема станет так интересна. Вот, вы стимулируете нас развиваться, создавать эти ролики, искать новые темы, новые подходы. Значит, поскольку, как вы видите, сезон съемок на открытом воздухе практически заканчивается, мы будем искать помещения, будем искать новые формы, будем готовить новые выпуски. Возможно, не связанные со стрельбой, по крайней мере, помещения. Не, ну почему? Если с пистолетом, то можно, в принципе, есть помещение, только нормальный пулеуловитель подготовить. Да. Ну, либо, да, не будем раскрывать все тайны, у нас есть несколько мыслей, несколько проектов, где мы будем проводить съемки. Значит, фактически у меня уже готов материал, мы вас, наверное, порадуем обзором пистолетов, интересных пистолетов, не пневматических, не буду говорить. Интрига, интрига. Скажу, что пистолет достаточно интересный, достаточно редкий, и, в общем-то, я буду рад вам про него рассказать и показать. Вот. А если помещение будет для этого приспособлено, то, может, даже мы и стрельным холостым патроном, как обычно. Вот я уже немножко раскрыл. Да. Ну, вот, а так хочу еще раз всех поблагодарить, попрощаться с вами. Пойдем готовиться. Уж больно зявка на улице. А, и что, ну... Они на это откликаются, знаешь? Бегут такие безбашные, бессобашные. Ну, сейчас, да, лето кончилось, да. Все сидят дома, так что давайте. Печатаем. Набирайте. И на раз подумаешь, как, господи, как ты самец курицы-то из какого гнезда-то ты выпал? Такую ерунду-то написать, ну... Надо будет сделать рубрику, знаешь что? Читаем комменты. Ну, а почему нет? Ну, мы обычно это делаем. Если наиболее интересные комменты. Отдельный выпуск чисто под комментов. Вот чисто, ну, порадовать. Забыл сказать, здесь даже тяга пластика. Да. Единственный металл – это ствол, все. А, еще зубчатая рейка. Ну, человек же правильно сказал, мечтая инженер. Желательно, чтобы он вообще, знаешь, отливался целиком вот там до деталей, чтобы обрабатывать не надо было. Да, ну, любит сейчас у нас. Сейчас дошутимся, понимаешь? Завод увидит. Сделано. Сделает 654-й, пластиковый. Слушай, это 651-й, я посмотрел, спусковой крючок. Пластиковый. Пластиковый. Да. И, по-моему, мне один попался, но я не знаю, конечно, я его на фотографии видел, но такое ощущение, что и курок пластиковый. А сейчас я тебе скажу. Вот мы шутили, и тут я на днях читаю. Товарищ Чи, иностранный, слава богу, пока, сделали пластиковый ствол. Карбоновый, да, с какими-то добавками на оправке сделали пластиковый ствол. Да, вот ты же не узнаешь, это же все. Тихо, говори, тихо. Оператор, вырежи. Ну, правда, пока в пневматике, но вот это-то и настораживает. Это больше всего. А теперь представь, это кошмар такой. Идешь в магазин, покупаешь пластиковый 654-й. С магнитом приходишь, да? А он нигде не магнит. Вставляешь газовый баллон, он просто разлетается. Молекулярный. Там на грингазе будет. Ну, там все нормально. Зажигалки заправил, и все, и пошел стрелять. Рядом прикурил, вспыхнул. Не горде, чем даже. Кстати, о! Только что сейчас новую идею подкинули. Есть PCP, спиртящий газ. Ладно. Повеселились. Всем спасибо. Пишите комментарии. Очень рады читать ваши комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пальцы вверх. Ну и до новых встреч. Впереди еще много у нас еще интересного. Да, мы месяц не отдыхали, мы напряженно думали, да? Аниксы еще будут. И это будет мощный такой, расширенный. Может быть, тоже не на одну серию. Да, кстати. Скорее всего, да. Было комментарий по поводу того, а почему аниксы любят, с чем они такие прикольные. Мы как раз об этом и поговорим. Почему и за что их любят. Все, ребят, всем пока, не отвлекаем ваше внимание. Счастливо. Всем счастливо.
теперь собираемся.